Hi, Jack. Меня зовут Стас Вулканов. Я околоблогерный путешественник из Беларуси. Делаю саб-контент, рассказываю о сплавах, общаюсь с серферами. В этом видео речь пойдет о зимних саб-покатухах. Что одеть, сколько катать, что делать, если ты упал в ледяную воду и так далее. Если вы решили не закрывать саб-сезон на зиму, будет познавательно. А если вы уже закрыли, то зацените, возможно, передумаете. Ребята, которых я пригласил, из Питера. Это некоммерческое объединение саперов, которые самоорганизовываются в тусовку, катаются на досках и продвигают сабординг в массы. Как и я, в принципе. Зима, лето, осень, их сезон длится круглый год, у них за плечами сотни часов и есть что рассказать. Формат видео необычный для канала, это что-то среднее между скайп-интервью и ламповой беседой с серферами. Поэтому настраивайтесь на неспешное повествование, заваривайте глинтвейн, чаек, кофе, что там у вас есть, доставайте конфетки и поплыли. Короче, вопрос таков, что для вас, что такое зимний серфинг, чем он отличается от летнего, кроме погоды? Расскажите. На самом деле, смотри, мы для себя уже давно выяснили, что по большому счету разницы между зимним сабсерфингом и летним не существует. Есть ряд ограничений или ряд необходимостей, с которыми мы должны свыкнуться, не более того. Наверное, первое, да, это мы стараемся брать доски чуть шире, ну, то есть мы уже, наверное, реже берем какие-то спортивные доски, а берем больше либо туринговые, либо семейные, потому что, ну, устойчивее, проще. Во-вторых, мы стали больше ориентироваться на время начала, да, сплава и время конца сплава. То есть это обычно там до 3 часов, потому что холодно, заканчивается световой день. Ну и, соответственно, если мы обычно любим пожрать на воде, то тут не получается. Вот. Ну и такое самое важное, конечно, отличие, да, это мы по-другому одеваемся. То есть одно дело лето, там, не знаю, межсезонье, ты можешь быть достаточно легко одет, потому что при активной, не знаю, работе веслом все равно ты согреваешься. Здесь, конечно, мы всех стараемся обязать использовать сухари, да, потому что, ну, здоровье превыше всего. Удовольствие удовольствием, но болеть никому не хочется. А я, например, каталки зимние люблю даже больше, чем лето, потому что, во-первых, на реках практически никого нет, и ты практически всегда один, нету людей, очень тихо, и совершенно фантастические вот эти зимние пейзажи, когда ты плывешь, а вокруг снежно, ты можешь залезть на сапе на льдину, там, прокатиться на этой льдине, вообще совершенно фантастически, очень весело. Кроме того, ну, во всяком случае, в нашем регионе мы из Питера, и здесь зимой намного чаще ты встречаешь животных, чем, например, летом. Мы практически каждый раз встречаем лебедей. Однажды к нам приплывала даже настоящая ладожская нерпа, и это было очень круто. Поэтому я, на самом деле, вот действительно зимние каталки, несмотря на холод, люблю больше, чем летние. А я тоже знаю, чем для меня отличаются зимние каталки от летних. Участники не останавливаются и не фоткаются. И не надо ни с кем конкурировать в фотографиях. И все фотки только мои. Нет, на самом деле, ты еще, по большому счету, всегда катаешься с кем-то. Либо снеговика себе сделаешь на доске, да, либо что-то еще. То есть, ну, на самом деле, действительно, наверное, эмоционально зимние каталки прикольнее, потому что ты, с одной стороны, чувствуешь, не знаю, ну, чуть больше уединения, да, как правильно сказал Лешка, а при этом они сами по себе немного более такие спокойные, умиротворенные, и ты можешь, ну, больше наслаждаться процессом, да, если мы не говорим, например, даже про, ну, там, открытую воду, как вот обычно, да, большую, пока не встали реки, ну, как минимум меньше там всяких катеров и всего прочего, и, ну, действительно, тебе никто ничто не мешает. Да, и, кстати, на зимнюю каталку не нужно немного сложнее искать маршруты, потому что большинство замерзло всего. Но немного проще тем, что не нужно обязательно находить какой-то длинный протяженный маршрут. Почему? Потому что и так есть чем заняться. Можно льдину потолкать, можно там вылезти куда-то на льдину. Ну, короче, занять себя на даже маленьком кусочке воды зимой гораздо проще. Ну и
зимой обычно уровень воды поднимается относительно летних месяцев, и, соответственно, становятся доступными те места, которые летом недоступны вот из-за того, что просто мелко. Так, если хотите кататься зимой, ищите в целом реки, где течение, ну и, собственно, которые не замерзают. Либо вот Ладожское озеро, например, оно в Петербурге не замерзает, ну, обычно до середины января, хотя в прошлом году мы и позже на нем катались. Да, мы в январские праздники катались. Пару раз видел фотки вот этих зимних покатух на Ладоге, это, конечно, жестко. Те ребята с замороженными бородами, это, конечно, нужно видеть. Маша, первая. Ну как выйдешь? Так, давайте представим, что условный сапер-новичок готовится к зимней покатухе. Что он должен одеть? Мы вообще сторонники сухарей, то есть мы считаем, что зимой лучше кататься в сухаре. Под сухарь достаточно одеть термобелье и флиску, ну то есть обязательно на ноги термо, дальше сверху ты одеваешь тоже термобелье и флиску, дальше сухарь и жилет. И этого вот вполне достаточно, то есть можно кататься там 2,5-3 часа спокойно, не замерзнешь. Хотя кажется, что ну как, зима же, как куртку не надеть. Но мы уже пробовали, мы раньше, первые наши покатушки, мы одевали под сухарь там куртку, штаны теплые, выходили, просто все жутко жарко. Ты гребешь, люди на берегу замерзшие идут, думают, как тебе холодно, а ты плывешь и думаешь, блин, надо было еще и флиску не одевать, потому что очень жарко. Наверное, единственное внимание ногам, да, потому что все-таки они стоят, ну, почти на воде, и вот даже последние там ноябрьские покатушки у нас здесь, мы подмерзали прямо к доске, к покрытию, и, конечно, то есть нужно брать ту обувь, которая, во-первых, ну, в идеале прям теплостойкая, и плюс, наверное, достаточно мягкая, то есть, чтобы, когда ты делаешь какие-то движения, она, ну, условно, быстро отрывалась от поверхности доски, чтобы там не поскользнуться из-за этого или там не потерять равновесие. Ну и что такое сухарь? Сухарь — это непромокаемый костюм. Мы считаем, что правильнее покупать сухарь с манжетами. Манжеты — это такие специальные штуковины, которые, если ты идешь купаться, то через рукава и через ноги, и через горло, соответственно, не затекает, потому что манжета ограничивает попадание воды. Что помимо одежды нужно взять с собой? Может быть, еда или горячий чай, или что-то в этом роде? Горячительные напитки? Нет, на самом деле... Наши любимые. Да, на самом деле всегда должен быть запас просто воды и запас в идеале, ну, там, теплой или горячей, там, либо воды, либо твоего любимого напитка. Потому что, ну, случиться может все что угодно, и нужно иметь запас с собой. Ну, мы на зимние каталки, мы не берем просто воду. Это либо чай, либо кофе в термосе горячий. Ну, потому что, как правило... Воды не хочется. Холодно. Нет, ну можно теплую воду взять. Но я в плане того, что если, да, необходимо, чтобы жидкость была с собой. Как раз остынет. Что опять? Не, на самом деле мы иногда... На самом деле мы... Стас, скажи, пожалуйста, а сильно будет странно, если в какой-то момент в интервью останется один только участник? И это буду я, понимаю, да. Почему нам сложно записывать? На самом деле, несколько раз мы брали с собой горячую воду для того, чтобы заваривать кофе прямо на доске. Мы фанаты кофе, и у нас есть специальная воронка K2Brew, в которой можно прямо на доске заварить свежий молотый кофе и прямо на досочке его выпить. Это вообще совершенно, конечно, фантастически. Вот я прям хорошо помню, как мы в Ладоге в январе, блин, кайф, снег, еще такой идет снег, и ты такой сидишь, завариваешь из термоса, заливаешь кипяточком кофе, очень вкусно было и очень классно. Вообще, атмосферное такое получается. И по времени это довольно быстро, то есть ты не успеваешь замерзнуть. Я, кстати, видел там у вас фотографии и с приготовлением еды и кофе. Ну, это, конечно, здоровская идея, и этим вы меня вдохновляли. Я хотел сам что-нибудь приготовить на сапе в такой же манере, как и у вас.
Это прикольно, да. Это... Ты бы знал, что мы придумали на сотый, так сказать, завтрак. Ну, приезжай просто. Да. Это лучшая реклама. При встрече спроси у Ромы, сколько досок пострадало от паяльной лампы. Слушай, мы даже однажды приложили к GP горящую сковороду, тоже ничего не было. Да. И всего два ножа плавает в Неве наших. Не, можно... Это хорошая реклама GP. Ковер GP-шки просто идеальный. На нем постояла раскаленная сковорода, хоть бы след остался. Вообще ни следа. Просто. Вы, кстати, видели в инсте моей есть фотография с искрами. Я крутил на сапе. Да. После того раскрута на ковре старборда там две такие дырки большие. Это, к слову, о GP и старборде. Да. Слушай, ну я тебе честно скажу, на самом деле, может потом вырезать, да, чем круче бренд, тем на самом деле больше каких-то косяков ты за него замечаешь, да. Вот мы сейчас там с тем же Редом, да, мы столкнулись с тем, что, казалось бы, да, супер, там, премиум бренд, но есть какие-то мелочи, которые там, ну, не то, что не продуманы, но они вот прям стали конвейерными, да, а при этом, ну, скажем так, есть какие-то, ну, там, та же Аквамарина, да, с которой мы много там катали, пробовали, абсолютно, ну, простой коммерческий бренд, но, тем не менее, там, не знаю, обычная мыльная вода, и он приходит в идеальное заводское состояние, ну, то есть... Не знаю, видишь, здесь можно не расстраиваться, ну, две дырочки всего-то. Не сквозные же. Да. Если бы я сковородку поставил. Была бы подставка для сковородки. Был бы новый рисунок, кругляшок. Да. И зимой берем значительно меньше всего с собой, ну, вот так, если задуматься, чем летом. Летом ты часто берешь, там, не знаю, если на длительную каталку идешь, ты берешь какую-нибудь, там, не знаю, кофточку с длинным рукавом, чтобы если вдруг станет прохладно, ее надо надеть. Ну, то есть берешь какую-то одежду. Сейчас зимой мы вообще не берем одежду, ну, потому что мы в сухарях. Берут только те... У нас некоторые ребята еще не купили сухари, но поэтому они пока катаются в обычной одежде. И, к слову, для новичка, если у него нет сухаря, ну, тоже может пойти кататься. Ну, наверное, чаще всего катаются в лыжных штанах, в какой-то лыжной куртке, ну, или в мембранной какой-то одежде. Но вот. Тебе обязательно нужно иметь еще такой же комплект. Да, и такой же комплект, а лучше два. Мы, ну, вот мы с кем катаем, кто без сухарей зимой, мы просим взять два комплекта одежды, чтобы один с собой на доску, один в машину на случай, если ты прям вообще все промочил, пришел в тачку и у тебя есть что надеть. Сколько быть на воде? Есть какое-то ограничение? Через сколько человек условно замерзнет? Зимой каталки у нас менее продолжительные, чем летом или там в межсезонье. Как правило, это 2,5-3 часа. Вот, если обычно мы катаемся там по 7, по 8, по 12 бывает даже, то зимой это, ну, где-то 2,5-3. Вот, за это время ты не успеваешь замерзнуть, и этого времени хватает, чтобы накататься. Хорошо, есть такой важный вопрос, что делать, если ты упал в воду? И тут вопрос делится на два уровня. Один это если на тебе есть ваш сухарь, а на втором если нет сухаря. Если ты катаешься в сухаре, то вообще лично мой совет, когда ты начинаешь кататься зимой, специально упасть воду, либо слезть с доски и упасть в воду для того, чтобы перестать бояться вот этого вот момента и чтобы не запаниковать, когда ты упал с доски непреднамеренно. А не холодно? В момент, когда ты окажешься в воде в сухаре, ты почувствуешь прохладу. Но когда ты вылезешь на доску, вода с сухаря стечет, тебе будет абсолютно нормально и комфортно. Во всем этом процессе важно учитывать несколько моментов. Момент первый. Ты должен быть в спас-жилете. И спасательный жилет здесь выполняет функцию не только вот спасения жизни, а спасательный жилет сильно повышает шансы, что ты не намочишь голову.
А, в общем, если ты намочил голову, то, конечно, зимой это такая себе история, не очень удачная. Ну, во-первых, мы берем с собой запасную шапку всегда обязательно. А, во-вторых, в случае падения твоя задача упасть руками либо плечами на доску. Таким образом, чтобы, опять же, постараться удержать на воде вот, ну, уровень плеча и выше. Сами сухари, если вы используете хорошие сухари, они не промокают. И очень важно это, ну, прочувствовать и перестать бояться того, что я оказался в воде, и я сейчас промокну. Однако, есть сухари, у которых есть так называемый носок, то есть ваша нога находится внутри вот этого непромокаемого костюма. А есть сухари, у которых на ноге находятся манжеты, и дальше вы одеваете гидробот или что-то еще. Вот в случае со вторым сухарем, у которого, который без носков вот этих. Здесь история заключается в том, что гидроботы у вас промокнут. И вот это уже может быть некомфортно. Поэтому в таком сухаре задача максимально быстро оказаться снова на доске. Потому что если вы вернетесь на доску быстро, вероятность, что гидроботы не промокнут, она довольно высокая. Если вы будете бултыхаться в воде, то, соответственно, скорее всего, они промокнут. Ну, лучше делать? Взять с собой ботинки, носки, да, которые, ну, будут в гермомешке, чтобы была возможность переодеться, потому что ты же не знаешь, где ты упадешь. Может быть, ты далеко от места выхода. И, ну, я знаю по нашим ребятам, кто с нами начинает только кататься со своими досками, многие не пользуются лишем. И вот зимой пользоваться лишем обязательно нужно, несмотря на то, что там на тебе сухарь, и, может быть, его неудобнее пристегивать или что-то еще. Потому что если ты упал, и доска уплывет от тебя далеко, ты абсолютно, ну, практически наверняка и будешь дольше добираться до этой доски, и вероятность того, что ты промочишь ту же шапку и намочишь волосы, она тоже очень высокая. Мы катались прошлой зимой в неопреновых перчатках 2-миллиметровых, они промокали несколько раз за каталку. Но если, ну, они, если они по размеру тебе подходят, то есть они облегают полностью руку, то можно кататься зимой в мокрых неопреновых перчатках, и будет тепло. Это проверено. Но если они будут больше, большего размера, ну, то есть будут болтаться, то, конечно, они, во-первых, замерзнут, застынут, и рукам будет холодно. А если нет сухаря, и ты упал в воду, надо максимально быстро вылезти на доску, подплыть к берегу и переодеться в сухую одежду. Дальше я бы лично рекомендовал встать на коленочки и аккуратненько плыть к финишу в зону приема интернета. И там, где у тебя принимает интернет, нужно зайти в интернет и заказать себе сухарь. Это будет самое правильное действие. Я подумала завещание написать. Ну, это надо раньше. Нет, ну, и, наверное, еще горячее все-таки выпить, да? То есть ты переоделся, и чтобы поднять температуру тела, выпить, ну, любой горячий напиток, чтобы точно так же кровь понесла все это дело дальше. Ну, да. Ну, и плюс, вы на самом деле, может, еще в идеале какая-то легкая гимнастика, точно так же, чтобы просто, ну, потому что ты пока переодеваешься, ты будешь весь скукоженный, чтобы точно так же, да, начать, ну, как бы более активную историю для своего организма, вот такую микрогимнастику. И остался, ребята, еще вопрос по поводу досок. Как происходит их складывание после покатушки? Когда мы зимой едем кататься, нужно понимать, что на морозе ПВХ, материал, из которого сделан САП, он становится, он дубеет и становится более жестким. Чтобы накачать доску было проще и комфортней, мы обычно везем доску на каталку в салоне машины, чтобы она полежала, ну, чтобы мы доставали ее из тепла и накачивали ее, пока она тепленькая еще. То есть проблема в том, что зачастую мы можем в процессе накачивания или свертывания ее повредить. Вот это, наверное, минус основной, да, холодной погоды. Ну да, в целом ПВХ-то он до минус 35 выдерживает. Ну, то есть, в принципе, у него свойства такие от плюс 50 до минус 35. Но это ПВХ может как бы существовать в таких температурах. Но когда холодно очень, ему именно вот заломы страшны. И обязательно после каталки мы привезли доску домой и забираем ее домой. Не оставляем в машине, забираем домой, чтобы она оттаяла, вся водичка с нее стекла, и потом уже ее можно дома уже свернуть нормально, как обычно. На самом деле, после прошлой каталки было очень холодно, и мне, если честно, было влом забирать одну из досок домой.
И она лежит мокрая сейчас в машине, но уже, наверное, не мокрая, а замерзшая. Можно, собственно, посмотреть будет на следующей каталке, что, как она перенесла этот период. Кстати, старборд. Расскажем потом тебе, что с ним стало. Старборды отличные доски, очень надежные. Пока сковородки не станешь ставить. У нас есть тебе пару вопросов. Давайте. На самом деле, расскажи, ну, видишь, как бы нам проще, да, нас несколько. Ты ходишь обычно один, в том числе зимой. Не стрёмно? Да нет. Ну, то есть, да, ты можешь точно так же упасть, все что угодно может произойти, да? Но все-таки история, вот, не знаю, поддержки, чего-то еще, насколько тебе просто дому? Короче, если это речь идет, допустим, о сплавах летних, да, там, осенних, весенних, когда тепло, я вообще никаких страхов нету, я себя чувствую уверенно. А вот если бы речь шла о таких покатухах, о которых вы только что рассказывали, там, зимний период, льдины и прочее, ну, тогда, наверное, может быть, я вот задумываюсь, было бы стрёмно. Но у меня таких покатух реально еще не было, чтобы вот суровая зима, мороз и т.д. Блин, я была уверена, что ты уже катался. Почему-то. Недалеко от меня озеро, но оно быстро замерзает, как только наступает хоть какая-то более-менее морозная погода. Вот. А в такие действительно суровых условиях здесь нету таких водоемов, которые бы не замерзали. Так что я еще не катанный. Тебе нужен термальный источник какой-нибудь? За вас, ребята, да? Вот, да, или какая-нибудь АЭС рядом. Там еще сам подсвечиваться будет потом сам. Хорошо, ребята, в принципе, мои вопросы иссякли. Безумно рад, что вы согласились со мной связаться, пообщаться, поговорить, обсудить эту тему. Вот, я еще раз повторяю, рад с вами познакомиться хотя бы хоть немножко поближе. Вот, буду надеяться на скорую встречу с вами, вот, по катухе. С удовольствием приеду с вами, пообщаюсь, покатаюсь. Давай, приезжай, мы ждем тебя в начале года. Хорошо, ребята, еще раз спасибо большое за беседу. Да, спасибо тебе. Спасибо тебе, спасибо за то, что делаешь, это очень круто. Спасибо. Да. Все, увидимся на воде. Скол. Давай, пока. Вот такой он зимний SUP сезон в Питере. Спасибо ребятам из SUP Expedition за беседу, эмоции и полезную инфу. Подписывайтесь на их инстаграм, если вы из Питера и хотите просто найти единомышленников без коммерческих отношений, то, возможно, вы найдете их среди банды этих саперов. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, заходите в инсту, там тоже есть контент. Увидимся в следующем видео. Всех обнял. Скол.